Кто нет воды, а то хоть отбавляй. Жители улицы Минеева Автозаводского района затопило, а точнее дворовую территорию вблизи домов 1, 3 и 4. Люди относятся к этому по-разному. Ну, откачивали они, вон катки будут, вон детишки будут в хоккей играть, в футбол, это на коньках кататься во дворе. Я считаю, что это ненормально, а вот видите, там дымит. Вот здесь вот по жизни всегда, потому что я вот всех с МЖК, и здесь постоянно вот эта вот вода бесконечная, и вот этот вот пар идет. Безобразие, что я считаю, безобразие, управы никакой нет. Авария произошла в ночь с 23 на 24 января. Лопнула труба, предположительно, из-за наступивших холодов. Мы направили запрос в «Волгоэнерго» и получили такой ответ. Сегодня утром на трубопроводе горячего водоснабжения диаметром 300 мм был выявлен дефект. Ведутся работы по устранению дефекта. Проходит замена участка трубы, начались работы по откачке воды. В момент, когда лопнула труба, все жители и социальные объекты оперативно были переведены на резервную линию горячего водоснабжения. Без горячей воды остается лишь один объект, по иронии судьбы, баня. Александр Быков, Артем Таранков, Вячеслав Орлов. Время новостей.